Состояние школ перед новым учебным годом проверяют в Химках. В порядке должны быть коммуникации, системы аварийного оповещения, охрана, эвакуационные выходы. Убедиться в том, что в гимназии номер 4 все предписания выполнены, приехал Александр Дринов, председатель Совета депутатов Химок. Основные параметры – это, естественно, первое, чему сейчас уделяется внимание – это безопасность. То есть это территориальное ограждение школы, это система видеонаблюдения, это наличие поста, наличие дежурной аварийной кнопки аварийного вызова. Да? Далее это здравоохранение, наличие медицинского кабинета и наличие медицинского персонала. Александр Павлович обсудил итоги готовности школы с администрацией учебного заведения и родителями учеников. Они рассказали, что состоянием школы довольны, а вот прилегающей территории нет. Ее было решено сразу же осмотреть, чтобы решить, как можно улучшить и облагородить периметр. Возможно, здесь появится спортивная площадка и прогулочная зона, пользоваться которой смогут все жители микрорайона.